Сейчас я попробую настроить связку так называемой Горыныч Sirius Amos Hotbird с помощью только лишь одного вот этого GT Media V8 Finder Bluetooth. Вот с помощью такой маленькой коробочки. И сравним с Satlink WS6916. Какие же расхождения будут по показаниям вот этих вот двух устройств. Антенна собрана, как вы можете видеть. DSEC 1.4 на 4 входа, но используется только 3. Подключен кабель. Подключаю устройство. Буду использовать свой телефон. И вот такой powerbank. Подключаю powerbank. Вот он будет лежать у меня. Все это дело положу я в сумку из-под Satlink. Запускаю приложение V8 Finder. Можете видеть, V8 Finder подключен. Выбираем спутник. Astra 4.9. Я буду использовать транспондер 12265 горизонтали 30000. Можете видеть, даже показывает приблизительный азимут, куда мне поворачивать антенну. Но это так, приблизительно. При выборе антенны нужно еще выбрать порт DSEC. У меня второй порт на Астре. Когда мы выставили спутник, выставили порт DSEC второй, у нас появился нижний уровень прочность, но это уровень сигнала. Значит, головка исправная. Выбираем транспондер, я выбираю по 12265, можете выбрать любой другой, и начинаете потихоньку вращать антенну. И вот мы поймали, вот вы можете видеть, поймали какой-никакой сигнал. Верхний уровень качества. Можно немного подзажать. Немного подзажимаю. Можете видеть, какая задержка минимальная. Единственное, что неудобно работать одной рукой, надо куда-то ложить телефон. На телефоне не видно, но в записи я покажу. 77% приблизительно. Можно прокрутить еще головку. Ну вот, приблизительно где-то так настроена Astra. Смотри, что здесь можно сделать. Нажать на клавишу поиск, вторая от шестеренки. И будут отсканированы транспондеры. Конкретно этот транспондер и вот каналы. Но, к сожалению, воспроизведения не будет. Просто показывает, что отсканировано 15 каналов, 15 программ. Теперь выбираем следующий спутник. Следующий я буду настраивать Hotbird. По частоте 12597. Вот он, вертикали 27500. Ага, забыл, надо выставить порт 3. Вот есть кое-какой уровень качества. Теперь я буду сейчас его настраивать. Ну вот где-то 57-62 скачет. И следующее выбираю Amos. Вот он, Amos. Ну, приблизительно так была настроена головка на Hotbird. Следующее ставлю Amos. Amos выбираю порт DSEC 1. И начинаю потихоньку
А, выставить транспондер забыл. Выставляю транспондер 3,40 единицы. Вот можете видеть, уже есть какой-то уровень сигнала. Ну вот, где-то так. До 80 прыгает. Вот так с помощью данного прибора можно легко настраивать спутниковые антенны. Где купить? Ссылка в описании под этим роликом на проверенного продавца. Теперь давайте проверим по уровню, что у нас получилось. Сравним с Сатлинком 6916. Отключаю питание. Отключаю антенну от прибора. Так, меню. Поиск спутника. Астра. Искал по 12265. Можете видеть уровень качества 63%. Hotbird по второму транспондеру 12597. Hotbird по транспондеру 12597. Уровень 63-64. И Амос. Можете видеть уровень 65. Это по Сатлинк WS-6916. Что я могу сказать по использованию данного прибора? Прибор годный, использовать можно, но нужно иметь какое-то крепление для телефона, либо на руку какое-то там, либо вложить где-то рядом, чтобы он был, ну, чтобы у вас обе руки были свободны. А также иметь хороший пауэрбанк для этого прибора, потому что из двух у меня только вот этот потянул, другие не тянули. Где купить, я еще раз говорю, в описании под этим роликом. Подписывайся на канал, ставь лайк. Всем пока, увидимся в новых роликах.